Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите шоу «Удачный час». Предлагаю вам стать богаче, а на ваших экранах уже появляется первое разминочное задание. Встречайте его. Мы видим буквенную змейку. Тому, кто ее распутает, я готова вручить 8000 рублей. Итак, заработайте прямо сейчас 8000 рублей, но прежде всего справьтесь с моим первым разминочным заданием. Итак, вот за это задание вы заработаете свою награду – 8000 рублей. Но для этого вам нужно обязательно ознакомиться с инструкцией, которая к этому заданию прилагается. Итак, принцип змейки. Встречайте, любите, жалуйте, потому что только при помощи принципа змейки вы можете распутать вот эту головоломку, а именно прочитать победный вариант ответа. Это будет слово, которое и принесет вам 8000 рублей. Так что выбирайте любой вот из этих понравившихся вам букв и начинайте двигаться вправо, влево, вверх или вниз. Двигаться вы можете как угодно, но только в эти четыре направления. Выбирайте сами направление, выбирайте сами букву и выбирайте сами, как вам двигаться. Но в конечном итоге, как бы вы ни двигались, что бы вы ни делали, вам необходимо найти здесь победное слово. Так, и вот с этим словом добро пожаловать сюда, ко мне в мою студию, в прямой эфир моего шоу. Для этого внизу экрана есть короткий, легко запоминающийся номер 0948. Вот именно по этому номеру вам нужно позвонить в прямой эфир, чтобы появиться здесь, произнести это слово вслух. И вот этого будет достаточно, чтобы вы стали моим первым героем и заработали 8000 рублей. Только появиться с этим словом вам здесь нужно быстрее всех. Так что включайтесь в работу. Задание уже на экранах. Я уже здесь. Я уже жду свой первый телефонный звонок. И я очень надеюсь, что с этой головоломкой вы справитесь в максимально короткие сроки. А с чего тянуть? Ведь сегодня вы можете справиться не только с этим заданием, а с большим количеством интереснейших, а самое главное, денежных заданий. Решайте мои задания и зарабатывайте деньги, потому что в моем шоу только таким способом телезрители становятся богаче. В обмен на ваши знания, в обмен на ваши таланты, в обмен на ваш интеллект я готова вручать вам награду. Каждый раз за каждое задание вы можете заработать очень хорошую денежную сумму. Поэтому постарайтесь сегодня выполнить программу «Максимум». Постарайтесь справиться со всеми моими заданиями. А для этого нужно не сидеть сложа руки, а все время работать. То есть вам нужно максимально сэкономить то время, которое вы тратите на каждое задание. Чем меньше времени вы тратите на каждую головоломку, тем больше времени у вас остается на следующие задания. А следующее задание будет постепенно усложняться. Поэтому подготовьте себя к этому заранее. Помните о том, что легче уже не будет. Перед вами первое разминочное задание. И тут уже все не так-то просто. Дело все в том, что слово, которое здесь скрывается, известно, конечно же, каждому человеку. Это я могу вам точно сказать. В этом я на 100% уверена. Но также я на 100% уверена в том, что это слово здесь очень хитро написано. И вы сами это видите. Найти здесь победный ответ сразу же, мгновенно, конечно же, очень-очень нелегко. Но если вы присмотритесь, если вы сделаете первый шаг, а ведь это очень важно, начать с чего-то. Так вот, если вы сделаете свой первый шаг, если вы начнете, то вы уже не остановитесь. У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте. Какое слово вы отыскали? Слово «клан». «Клан». Так, однако, ваша версия не читается. Смотрите, вы не двигались по принципу змейки, и у вас буквы разорваны. Видите, буква «К» и буква «Л» находятся друг от друга далеко. А буквы в победном слове должны прилегать друг к другу. Они должны находиться рядышком. Поэтому двигаться вам и нужно по принципу змейки. А вот то, что вы сейчас сделали, это уже был скорее полет вашей фантазии. Версия была вами придумана. Слово, конечно, хорошее. Ничего не имею против вашей версии. Но за любое слово, которое приходит вам в голову, за любую составленную версию,
Я, к сожалению, в этом задании не могу вручать вам награду. Поэтому вам придется принять те условия, которые есть. Вам нужно обязательно соблюдать все правила задания. И та самая инструкция, которая прилагается к этой головоломке, была уже мною озвучена. Вам нужно было обязательно ее запомнить, услышать. Но если вы только что подключились к моей программе и не знаете, как искать победное слово, то все написано внизу вашего экрана. Найдите слово, двигая змейкой. А вот движение по принципу змейки – это движение либо строго по вертикали, либо строго по горизонтали. Других вариантов здесь нет. По диагонали двигаться нельзя, потому что змейка так делать не умеет. И еще, когда вы двигаетесь по принципу змейки, и вам на пути встречается какая-то буква, не считайте эту букву за какое-то препятствие, которое нужно перепрыгнуть. Вам нужно обязательно по этой букве пройти. Если у вас не получается найти победное слово, а такое может быть, потому что я предполагаю, что вы можете начать не сразу с той самой первой буквы, с которой начинается правильный ответ. Так вот, если у вас не получается что-то, это означает то, что нужно начать с другой буквы и попробовать все то же самое, только уже с другой буквы и также двигать по принципу змейки. Вот ваша задача, вот ваша работа, выполняйте ее, справьтесь с ней на 100%, появитесь в прямом эфире моего шоу и заработайте 8000 рублей, ведь я продолжаю ждать своего первого победителя. Сейчас я жду следующий телефонный звонок. А вы можете сейчас стать тем человеком, который позвонит сюда прямо сейчас, вот в эти самые мгновения, и попробуйте произнести то слово, которое вы здесь видите. Называйте ту версию, которая, по вашему мнению, считается победной. У вас должно быть свое мнение, свой взгляд, своеобразный на это задание. Поэтому, если вы уверены на 100%, что именно ваш вариант стоит 8000 рублей и читаете здесь по принципу змейки, тогда звоните по номеру 0948 и там уже посмотрим. Я здесь, я приму ваш телефонный звонок, и там уже будет видно, в зависимости от того, какое слово вы назовете, так и будут развиваться события в моей программе. Назовете мне победное слово, правильный ответ. Это задание тут же станет вашим. Вы станете его победителем. К вам отправится 8000 рублей. А я познакомлю вас со следующей головоломкой. Потому что на месте этого задания уже появится что-то другое. Это будет уже следующая финансовая возможность. Но не будем забегать вперед. Просто помните, что справляться с этим заданием всю мою программу, все мое шоу совершенно не стоит. Справьтесь с ним поскорее, чтобы у вас появилась возможность сегодня максимально пополнить свой бюджет. Так что действуйте. Еще раз напомню, что это прямой эфир. Я нахожусь в этой студии прямо сейчас, в эти самые мгновения, и не схожу с этого места, потому что я жду здесь вас. Я готова сегодня пообщаться с большим количеством победителей. Я уверена в том, что сейчас мою программу смотрят самые внимательные, самые умные телезрители. И я надеюсь, что вы сейчас уже вовсю справляетесь с этим заданием. Может быть, кто-то уже справился. Такое тоже может быть. Если вы действительно нашли здесь какой-то вариант и готовы, в общем-то, им со мной поделиться, тогда не нужно сидеть и ждать какого-то специального удобного момента. Знаете, в моем шоу нет таких моментов. Вы сами решаете, когда сюда позвонить. Здесь у вас масса привилегий. Вы сами решаете, в какой момент... Здравствуйте! Что вы здесь прочитали? А, по-моему, это слово «вокал». Угу. Так, вот смотрю я на эту змейку. Я не вижу здесь этого слова. Оно не читается. Эту версию можно составить, используя какие-то из вот этих 9 букв. Но дело все в том, что я не это прошу сейчас от вас. Я прошу вас сейчас посидеть, всмотреться вот в это задание и попробовать проложить маршрут от первой буквы до последней в победном слове. Вот тогда это будет считаться выполненная работа, за которую я уже смогу заплатить вам деньги. А за любое слово, которое можно придумать на ходу, я вручать вам ничего не буду. Так что имейте в виду. Я советую вам, прежде чем появиться в прямом эфире, основательно подготовьтесь. Если вы не готовы, лучше посидите еще чуть-чуть и подумайте –
Может быть. Может быть, вы очень быстро отыщете победный вариант ответа. Может быть, вам придется еще какое-то время посидеть. Ну так действуйте. Ищите победный вариант ответа. Вы же не знаете, на какой стадии сейчас находятся ваши конкуренты. Может быть, вы один, единственный, кто прямо сейчас нашел победный вариант ответа. Тогда стоит поскорее поделиться им со мной. Поэтому сидеть и ждать чего-то или кого-то не нужно. Берите инициативу в свои руки и звоните в прямой эфир. Здравствуйте. Что вы здесь нашли? Алло. Алло. Девушка, слово «ласка». Нет, не лапка. Ваша версия не читается, понимаете, по принципу змейки. Опять же, можно ее здесь составить. Можно взять буквы и составить вашу лапку. Но ваша задача не составить слово, а отыскать. Причем не просто отыскать. Ходить по этому заданию, не понимая, куда вы идете, не понимая, куда вы двигаетесь, что вообще вы здесь делаете, ни в коем случае не нужно. Надо двигаться по принципу змейки. И вот тому, кто это сделает, найдет и назовет мне победный вариант ответа, я вручу уже 8 500 рублей. Да, я увеличиваю сумму вашего денежного вознаграждения. Я предлагаю вам сейчас заработать уже 8 500 рублей. Так что имейте в виду, вы не просто тратите свое время сейчас, вы зарабатываете деньги. Вы просто тратите свое время, когда вы сидите и смотрите телевизор в качестве развлечения. Но когда вы это время используете для того, чтобы стать богаче, это время уже не теряется. Это время приносит вам плоды. Поэтому сейчас не нужно сидеть и тратить это время впустую. Позаботьтесь о своем благополучии. Именно сейчас у вас есть такая прекрасная, уникальная возможность заработать деньги на своих знаниях и способностях. Более того, для того, чтобы появиться в прямом эфире моей программы, вам не нужно никуда уходить, никуда выходить, никуда ехать. Вам можно даже не вставать со своего любимого дивана. Берете в руки мобильный телефон, набираете короткий номер 0948, и этого будет достаточно для того, чтобы появиться в прямом эфире моей программы. Вы можете здесь не просто появиться, а прославиться, стать моим первым победителем и пополнить свой кошелек, свой бюджет на 8 500 рублей. И, между прочим, напомню вам, что это только начало, что перед вами всего лишь первая разминочная головоломка. Впереди еще очень много всего интересного, очень много заданий, очень много финансовых возможностей. Но задания будут появляться на ваших экранах в строгой последовательности. На этом экране есть место только для одного задания. И вот, пожалуйста, перед вами сейчас первая разминочная головоломка. И второе задание появится здесь только в том случае, когда вы справитесь с этим. Так что справляйтесь с этим заданием и демонстрируйте свои знания и свои интеллектуальные способности в прямом эфире моего шоу. Итак, я жду. Хочу еще раз вам напомнить, что здесь не скрывается какой-то сложный, неизвестный вам термин. То, что здесь написано, это вполне себе простое, вполне себе известное каждому человеку слово. Так что ищите здесь какое-то простое слово, но не думайте, что это простое слово написано здесь простым способом. Оно очень хитро запутано, но вот принцип змейки, без которого вам никак не справиться с этой задачей, вам поможет. Так что пользуйтесь данным принципом. Еще раз напомню, что это движение строго по вертикали и строго по горизонтали, либо вправо-влево, вверх и вниз. Поэтому здравствуйте. Что вы здесь нашли? Алло. Алло. Так, ваша версия читается всего лишь частями. Смотрите, ова, вот что я вижу от вашего овала, но к букве «Л» вы уже не по принципу змейки перешли. Смотрите, начинаете вы неплохо.
первые шаги у вас, в общем-то, не противоречат никаким правилам, да? Но что происходит потом? Потом вы берете просто и составляете свой вариант. Вы уже придумываете окончание. А если вы видите, что ваш вариант можно только лишь составить, значит, эту затею нужно прекращать. Надо просто взять и попробовать пойти с другой буквы. Потому что за составленную версию в этом задании я не могу вручить вам ничего, даже части вот этого вознаграждения. А вот что касается победной версии, то она по-прежнему стоит 8 500 рублей. И как вы сами видите, как вы сами прекрасно это осознаете, эта версия еще не звучала в прямом эфире программы. Есть варианты, есть слова, есть хорошие версии, которые вы произносите вслух, но так может сделать любой человек. Любой может позвонить в прямой эфир и произнести первое попавшееся слово, которое пришло ему в голову. Но это невыполненная работа. За эту работу я не могу вам заплатить. Поэтому, если вы хотите стать на самом деле победителем, а не просто появиться здесь в качестве участника, постарайтесь сначала справиться с моей головоломкой. Она находится перед вами, и уже какое-то время прошло. И пока это время идет, мы с вами, по сути, не двигаемся. Мы стоим на одном месте. Мы с вами сейчас замерли практически в самом начале прямого эфира, потому что ничего не изменилось. Потому что здесь до сих пор нет моего первого победителя. Как видите, все, что здесь происходит, зависит именно от вас. Я не могу ничего с этим поделать. Я не могу повлиять на ход событий моей программы. Я могу ждать вас здесь. Я могу принимать ваш телефонный звонок. Я могу общаться с вами. Но я не могу сама каким-то образом повлиять на то, что здесь происходит. Это уже ваша задача. Поэтому решайте сами и считайте, как вам лучше поступить. Я вам советую справиться с этим заданием поскорее, чтобы сэкономить время на следующие более интересные задания. Так что действуйте. Все, что вам сейчас нужно, еще раз напомню, это найти скрывающееся здесь слово. Простое, известное каждому человеку. Но написано это слово очень хитро. Здравствуйте, что вы здесь нашли? Алло, это калач. Ваша версия калач. Вот опять, вариант ваш не читается. Я бы очень хотела каждого, кто позвонил в прямой эфир, поздравить с победой, каждому вручить вознаграждение, но я не могу это сделать. У меня совершенно другая задача. Я здесь жду победителя. Я понимаю, что вам нелегко. Я понимаю, что слово очень хитро запутано, и не каждый человек может справиться с таким заданием, не каждому это дано. Но я уверена в том, что по ту сторону экрана найдется такой человек, у которого это получится. А ведь мне, по сути, здесь нужен только один. Один победитель в этом задании может быть. Только одному человеку я могу вручить 8 500 рублей. Ну, у меня может быть сегодня много победителей, но только в каждом конкретном задании. Но не в этом. В этом только один. Один единственный. И вот этого человека я сейчас жду. Решайте сами, кто станет этим человеком. Если вы готовы, тогда у вас есть короткий, легко запоминающийся номер 0948, который запоминать-то не нужно. Он находится все время перед вашими глазами. Возьмите в руки свой телефон, наберите этот номер, позвоните сюда и произнесите то слово, которое лично вы здесь видите. Если этот вариант окажется победным, я поздравлю вас с вашей победой и вручу вам 8 500 рублей. Ну а пока мне приходится ждать следующий телефонный звонок, потому что я не могу сама как-то повлиять на все то, что происходит здесь. Я могу только ждать. Но я жду, я здесь, я нахожусь в этой студии прямо сейчас. Еще раз напомню, что это прямой эфир. А это означает то, что вы прямо сейчас можете сюда позвонить, назвать мне победный вариант ответа. Если все сложится, если ваш вариант будет на 100% совпадать с победным, тогда
вы и станете обладателем вот этой денежной суммы. Ну что, решайтесь на свою победу, будьте смелее, будьте в себе уверены, у вас все получится, все будет хорошо. Если вы уже поставили перед собой такую цель, если вы двигаетесь к ней, не нарушая правила задания, то значит, у вас все получится. И может быть, вы уже прямо сейчас звоните в прямой эфир, я не знаю, но я рада буду вас услышать, и я уже с нетерпением жду ваше появление в программе. Появление каждого героя, появление каждого победителя в моем шоу – это событие знаменательное, событие долгожданное всегда. И это самое приятное, что происходит в моей программе. Это тот момент, когда вы зарабатываете деньги, когда вы уже получаете свою награду за результат проделанной вами работы. Так что появляйтесь здесь, и вы будете полностью удовлетворены, вы будете счастливы, вы будете праздновать потом свою победу, вы будете уже сидеть и думать, на что потратить эти деньги. А можно не думать об этом, а можно заработать 8 500 рублей и продолжить участие в шоу, чтобы стать еще богаче на своих способностях. Здравствуйте, пожалуйста, ваше слово. Что вы нашли здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Слово «Волан». Так, смотрите, «Вол» и «Ан». Две части вашей версии здесь, две составляющие, но мое слово читается здесь не частями, а от первой до последней буквы. Да, вы двигались только по горизонтали, но как вы от буквы «Л» перешли к букве «А»? Как? Каким способом? Тут уже принцип змейки у вас не сработал, тут сработал какой-то ваш принцип. Здравствуйте, что вы отыскали? Мне кажется, что победное слово «Наволочка». И вы отыскали, между прочим, победный вариант. Это слово «наволочка». Как вас зовут? Меня зовут Марта. Прекрасно. Откуда вы позвонили в прямой эфир? Я из Красноармейска. К вам отправляются 8 500 рублей. Поздравляю вас с победой. После программы с вами свяжутся. А я перехожу к следующему заданию с радостью. Итак, мы видим буквенный клубок, а вот тому, кто его распутает, я готова вручить 9 000 рублей. Итак, прямо сейчас вы можете заработать 9 000 рублей в том случае, если вы распутаете данный буквенный клубок и прочитаете то слово, которое скрывается уже здесь. Здесь уже не работает принцип змейки, потому что это уже другое задание, и к этому заданию прилагается уже совершенно другая инструкция. Смотрите, внизу экрана написано: найдите слово, двигаясь по линиям. А теперь посмотрите еще раз на задание. Вы видите, какие яркие желтые линии соединяют эти буквы между собой? Это и есть те самые линии, по которым вам нужно двигаться. Так что, двигаясь вот по этим линиям, смотрите внимательно, буква-линия, вы таким образом постепенно распутываете буквенный клубок. Когда вы его распутаете, вы увидите победное слово. Вы увидите какой-то вариант, какую-то версию. И если все действительно правильно было вами выполнено, то есть вы нигде не нарушили правила задания, нигде вы не оступились, нигде не разорвали буквенный клубок, то вы прочитаете именно это слово. И вот это и будет та самая работа, за которую вы можете получить свое вознаграждение. В данном случае речь идет о денежной в сумме в размере 9 000 рублей. Эти деньги находятся здесь, и сейчас я готова их уже вручить своему второму герою, своему второму победителю. Напомню, что номер, по которому можно и нужно позвонить в прямой эфир, все тот же. Он не меняется, и это номер 0948. Номер состоит из 4 цифр, он находится здесь, на вашем экране в течение всей программы. Поэтому, как только вы справитесь вот с этим заданием, как только вы найдете победный вариант ответа, опустите свой взгляд чуть пониже, и вы увидите тот номер, по которому сюда можете позвонить. Я рекомендую сделать это сразу же,
То есть, когда вы найдете победную версию, когда вы прочитаете что-то в этом задании, не нужно сидеть и тянуть время. Не нужно сидеть и ждать кого-то или чего-то. Ведь с работой-то вы справились. Нужно, чтобы я узнала о вас, о вашем существовании. Поэтому звоните поскорее, чтобы никто даже не осмелился вас опередить, чтобы вы оказались здесь самым первым. Итак, ваша задача – найти победное слово, распутав данный буквенный клубок, и появиться в программе быстрее всех. Вот этого будет достаточно для того, чтобы вы стали моим уже вторым победителем и заработали 9000 рублей. Здравствуйте! Какое слово вы здесь нашли? А тут же слово «фраг». А тут же слово «фраг», считаете вы. Но ваша версия не принимается, потому что это не найденный вариант, а составленная версия. Смотрите, я вижу букву «F» и букву «R», но между ними стоит буква «А». И эта буква своего рода препятствие, которое стало для вас. Но на самом деле надо было пройти по этой букве, не перескакивать через нее, а вы через нее перепрыгнули. Поэтому эта версия не может считаться победной. Еще раз хочу вас предупредить, что в моем задании, как и в этом, как и в предыдущем, так и в последующих, всегда присутствует четкое правило. С этим правилом я знакомлю вас прежде всего. Для меня важнее всего, чтобы вы поняли смысл каждого задания, чтобы вы четко осознавали, как нужно с ним справляться. Это для вашего же удобства. Вы должны понимать, что правила существуют для того, чтобы вы ими пользовались, чтобы вы не нарушали их. Потому что, нарушая правила, вы не выполняете данную работу. Вы просто тратите свои силы и свое время, но вы за это ничего не заработаете. Имейте в виду, слов много, все они прекрасны, все они хорошие и замечательные. Я ничего не имею против каждой версии, которую вы озвучиваете, но я непреклонна. Я не могу вручить вам 9000 рублей, если ваша версия не является победной. А победным словом является одно – одно единственное неповторимое заветное слово, которое ни с кем и ни с чем не спутаешь. Нет никаких синонимов у этого слова, каких-то похожих вариантов, каких-то альтернативных. Нет, ничего этого здесь нет и быть не может. Одно слово, пожалуйста, назовите, и вы станете обладателем 9000 рублей. А я буду ждать, когда у вас это получится. Итак, здравствуйте. Здравствуйте, какой вариант вы здесь нашли? Здравствуйте, у меня получилось слово «тальк». Вот смотрите, ваша версия читается, но не полностью. У вас буква «К» стоит отдельно, поэтому ваш вариант не засчитывается. Надо было двигаться до тех пор, пока вы полностью не распутаете данный буквенный клубок. Иначе ваш клубок будет уже не распутан, а разорван. За разорванный буквенный клубок я не могу вручить вам ничего, даже части этого заработка. Что-то нечестно, это несправедливо. 9000 рублей не делятся на всех участников моей программы. 9000 рублей – это неделимая сумма, которая достанется одному единственному человеку. Здравствуйте, что это сказали вы? Алло, девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Слово «рота». Ну вот я не вижу эту версию здесь. Не читается она, понимаете? Прочесть, двигаясь по линиям, ваш вариант нельзя. Но вариант ваш можно составить. Видите, вы свою версию придумали. Полет фантазии. Воображение свое использовали. Прекрасно. Я вижу, как вы замечательно справляетесь с тем, что вы составляете какие-то хорошие варианты. Мне очень нравится то, что вы умеете это делать, вы молодцы. Но дело все в том, что в этом задании это не работает. Какие бы хорошие варианты вы ни придумали, какие бы интересные версии вы бы тут не составили, за все за это вручить вам вознаграждение я не могу. Поэтому
посидите, подумайте, поработайте, справьтесь с этим заданием, используя все правила. И вот тогда у вас есть прекрасная возможность заработать 9000 рублей. И это только в этом задании, вот в этой головоломке. Вы смотрите, какие молодцы. Вы уже справились с первым разминочным заданием. У меня уже есть первый победитель. Один человек сегодня на ваших глазах уже заработал свое вознаграждение. Что сейчас перед вами находится? Перед вами сейчас следующее задание, следующая финансовая возможность, как я и обещала вам. И это задание, как видите, уже сложнее. То есть все, что я вам говорила, все это и происходит на самом деле. А заданий еще очень много. Мы с вами только начали. Это только второе задание. Второй уровень. Поэтому справьтесь с ним поскорее. Распутайте данный буквенный клубок, заработайте 9000 рублей. А затем перед вами появится уже новое задание. Это будет уже третий уровень сложности, третье задание, в котором вы тоже можете пополнить свой бюджет. Поэтому пользуйтесь тем, что сейчас у вас есть, тем, что вам предлагают. Я предлагаю вам стать богаче. Так зарабатывайте эти деньги. Зарабатывайте, пока есть такая возможность, потому что она есть только сейчас. И если вы по каким-то причинам оказались перед телевизором и включили именно этот канал, это означает, что вам нужно это было. Вам нужно этой возможностью воспользоваться, ведь вы оказались в нужном месте в нужное время. А такое не с каждым человеком бывает. Если так произошло, значит, это действительно вам надо. Поэтому справьтесь с этим заданием поскорее. Еще раз напомню, что здесь нужно распутать буквенный клубок. Именно так называется вот это задание. Но на самом деле здесь написано какое-то слово. Причем это слово знают все. Нет на свете такого человека, который бы не знал этого слова. Нет такого человека. Вы знаете, вы все знают это слово. Вы, ваш сосед, ваши родные, ваши близкие, каждый человек. И все, что вам сейчас нужно, это разглядеть это слово здесь. Но для этого не игнорируйте, пожалуйста, вот эти яркие желтые линии, потому что без них вам никак. Здравствуйте. Что вы здесь нашли? Это слово «трефа». Угу. Трефа. Что я вижу? Я вижу какие-то части вашей версии. Две части даже. Но вы понимаете, что две части – это слишком много. Хорошо, хорошо. Я вижу, что это непростое задание, поэтому я готова дать вам направляющую. Итак, мое слово отвечает на вопрос «что?» И это слово «материальное». Более того, на вашем месте я бы сейчас искала какое-то округлое слово. И вот тому, кто назовет мне победный вариант ответа, я готова вручить уже 10000 рублей. Меня слышали? Сразу же на 1000 рублей я увеличиваю сумму вашего денежного вознаграждения. И вот теперь в этом задании, вот в этом буквенном клубке у вас есть возможность заработать 10000 рублей. Это прекрасная возможность, не выходя из своего дома, исключительно на своих знаниях и способностях заработать за одно слово, за один телефонный звонок 10000 рублей. Только помните, что эти деньги я вручу вам только при одном условии, если это слово на 100% совпадает с победным вариантом ответа. Если ваша версия будет другая, вручить вам эти деньги я не смогу. Вам придется подумать еще, и после этого, как хотите, можете перезвонить в программу еще раз и назвать другой вариант ответа. Между прочим, количество ваших появлений в моей программе никем и ничем не ограничено. Это действительно так. Здесь вы можете появляться ровно столько раз, сколько захотите. Здесь может один телезритель справиться со всеми заданиями. Если вы сейчас настроены на победу и не готовы ни с кем делиться, если вы хотите в одном лице сегодня заработать все деньги, тогда
Тогда станьте этим человеком. Станьте, заработайте эти деньги прямо сейчас. Потому что это прямой эфир. И именно сейчас у вас есть возможность пополнить свой бюджет. Но я не буду вас уговаривать, я не для этого сюда пришла. Я сюда пришла для того, чтобы предложить вам стать богаче, заработать деньги. А вы уж сами решайте. Сами решайте, как вам удобнее. Если вам удобно все это, если вы принимаете все условия, совсем согласны, ни с чем вы не спорите, тогда вперед. Будьте в себе уверены, не сомневайтесь в том, что у вас это может получиться, и появляйтесь здесь. Пусть ваше появление будет триумфальным, пусть именно ваш телефонный звонок окажется победным, и именно вы сегодня в моем шоу заработаете 10 тысяч рублей за задание под номером 2. Оно, между прочим, находится на ваших экранах, и оно не только что появилось. Уже какое-то время прошло с тех пор, как эта головоломка на ваших экранах находится, и это означает, что мы с вами все-таки немножечко подзастряли. Немножечко вы подзастряли. Мне бы хотелось, чтобы с этим заданием вы справились чуть поскорее, чуть побыстрее, если есть такая возможность. Я не настаиваю ни в коем случае, я просто предлагаю вам справиться с этим заданием быстрее, чтобы у вас... Здравствуйте! Ваша версия, пожалуйста, что вы нашли здесь? Здравствуйте, это слово «катер». Так, «кат». А «е» и «р» отдельно. Видите? Не считается ваша версия. У вас слово, которое состоит из трех частей. За слова, которые состоят из трех частей, я не вручаю здесь ничего. Ну, не надо вам думать о том, что здесь надо искать какие-то части и соединять их воедино. Ведь это не то, что я хочу от вас сейчас услышать. Это не та задача, которая перед вами на самом деле сейчас стоит, а вы ее попросту игнорируете. Перед вами стоит четкая задача распутать буквенный клубок. Как нужно распутывать буквенный клубок? Это нужно делать постепенно, но нигде, ни в коем случае нельзя нарушать правила задания. Если вы какое-то время двигались по вот этому заданию и не нарушали правила, это не означает, что вы уже справились с этим заданием. Дойдите до конца, прочтите слово от первой до последней буквы, и тогда у вас все получится. Тогда вы можете считать себя уже почти победителем. А чтобы по-настоящему стать этим человеком, чтобы все о вас узнали, я, в первую очередь, вам нужно позвонить в прямой эфир по номеру 0948. И позвонить нужно прямо сейчас. Не завтра, не послезавтра, а сейчас. Потому что прямо сейчас я предлагаю вам заработать 10 тысяч рублей, а не завтра. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Здравствуйте. Что вы здесь нашли? Алло. По-моему, тут артель слово. Артель? Нет. Нельзя его здесь найти. Нельзя. Ну, хороший. Хорошие варианты вы называете, но не читаются они. Видите? Арт... И все. А потом вы уже перескочили, и вторая часть вашего слова находится отдельно. Вы игнорируете эти желтые линии, а ваше слово должно читаться полностью. Тогда это может быть победный вариант ответа. А все остальные версии, какими бы интересными они ни были, они победными не являются. Все варианты, которые состоят из двух и более частей, это версии составленные. И они здесь не стоят ничего, они пустой звук, вот именно в этом задании. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что здесь вы зарабатываете деньги, а не просто так сидите и развлекаетесь.
и демонстрируйте свои таланты. Я уже поняла, что вы прекрасно умеете составлять, что у вас очень богатое воображение, что вы действительно у вас очень богатый словарный запас, много слов, вы знаете это прекрасно. Но дело все в том, что эти таланты в этом задании не требуются. Понимаете, здесь необходимо что-то другое. Тут, наверное, больше нужна ваша внимательность, ваша интуиция и умение четко следовать инструкциям. Еще без терпения, конечно, здесь не обойтись, потому что терпение может лопнуть в самый неподходящий момент. И вот тогда у вас получается уже версии, которые не читаются полностью, а читаются лишь частично. Так что еще раз запомните, что 10 тысяч рублей – сумма серьезная, сумма приличная, но это не означает то, что вы ее не заслуживаете. Вы заслуживаете эти деньги, вы можете их заработать, можете, и можете это сделать прямо сейчас. Но, пожалуйста, не нарушайте правила задания. Сколько можно нарушать? Понарушали – и хватит. Вот давайте прямо сейчас, вот с этого момента, вы перестанете нарушать правила задания, а вы будете действовать строго по инструкции. Просто попробуйте, вам понравится, вы отыщете здесь правильный вариант и позвоните сюда уже не как участник, а как победитель. И вы сами почувствуете разницу, потому что обидно просто так позвонить в прямой эфир, назвать версию, которая является непобедной, и уйти ни с чем, не заработать ничего. Гораздо приятнее позвонить сюда, назвать правильное слово и уйти отсюда с деньгами, с полными карманами денег. 10 тысяч рублей вы можете заработать за один телефонный звонок. Только назовите мне, пожалуйста, слово, которое на самом деле читается. Меня не интересуют составленные версии, я не могу вас за эти версии поздравлять. И вот сейчас мне на самом деле не с чем вас поздравить, я жду пока. Я пока просто жду своего второго победителя. Встаю в этой студии и жду телефонный звонок. Пожалуйста, здравствуйте. Что вы отыскали здесь? Здравствуйте. Это слово «факел»? Факел? Нет, это не факел, но опять же читается ваше слово, но частями, частями. А мое слово читается целиком и полностью, оно не разорвано. Оно уже было составлено, оно уже было придумано. И оно здесь написано таким образом, что двигаясь от буквы к букве вдоль по линиям, буква, линия, буква, линия. Это слово можно прочитать. Здесь нет никаких частей, которые нужно выискивать здесь и пытаться их еще как-то соединить. Не этим вы сейчас занимаетесь, не об этом вы сейчас думаете. Именно поэтому я до сих пор стою здесь без своего второго героя. Потому что я не знаю, кому вручить эти деньги. Может быть, вы справились с этим заданием, но как я об этом узнаю? Как я узнаю о том, что вы действительно распутали этот буквенный клубок? Если вы хотите появиться в прямом эфире и навести здесь порядок, а это пора уже сделать, тогда поскорее наберите номер 0948. Вы можете появиться здесь прямо сейчас, поставить точку в этом задании для того, чтобы вы стали обладателем 10 тысяч рублей, а у нас появилась бы возможность двигаться дальше благодаря вам, и на этом экране появится сразу же задание под номером 3. Заданий очень много. Они все сейчас в очереди. И каждое задание ждет сейчас возможности появиться на этом экране. Причем это же вам сейчас должно быть интересно в первую очередь. Это вам нужно. Потому что все эти задания принесут вам деньги, ваш бюджет. А вы сейчас сидите и пока вы просто тратите драгоценное время прямого эфира на второе задание. Мне кажется, можно было уже посидеть, поработать со всеми этими 9 буквами, проверить все варианты, ну и разглядеть здесь победное слово. Вы же его еще не назвали. Время идет, но вы не назвали до сих пор то самое истинное слово, которое здесь читается. Все, что я слышу, это хорошие версии, но это полет вашей фантазии. Это варианты, которые вы придумываете.
Вы их сочиняете. Да, есть эти буквы на экране, есть. Но какой в этом толк, если вы за это не зарабатываете ничего? Можно до бесконечности сидеть и гадать, и придумывать слово за слово. Но вы не заработаете за это ничего. Поэтому сейчас настройтесь, пожалуйста, на победу. Запомните, что правило проходит красной линией через всю мою программу. Ни в одном задании нельзя нарушать эти правила. Они одинаковы для всех, для каждого и для вас в том числе. Поэтому будьте внимательны. Здравствуйте. Что вы нашли здесь? Пожалуйста. Здравствуйте. Слово «картофель». А вы только что отыскали победный вариант ответа. Слово «картофель». Пожалуйста, вот так оно читается. Как вас зовут? Меня Роза зовут. Очень приятно. Откуда вы позвонили? Прекрасно. К вам отправляется 10 тысяч рублей. Поздравляю вас с победой. После программы с вами свяжутся, а я уже перехожу к третьему заданию. И вот оно на вашем экране. Встречайте его. Мы видим буквенное табло, в котором я спрятала 4 победных слова. Тому, кто найдет и назовет мне хотя бы одно, я готова вручить 12 тысяч рублей. И это еще не все. Так как здесь скрываются 4 слова, я готова вас вознаграждать по мере того, сколько слов вы находите. То есть за 2 слова я вручу вам на 1000 рублей больше. За 3 слова на 2000 рублей больше. А за все 4 победных слова я готова вам вручить на 3000 рублей больше. Пожалуйста, в этом задании у вас есть возможность самим решать, сколько денег зарабатывать, насколько становиться богаче. Но помните, что 12 тысяч рублей – это самый минимум, который вы можете здесь заработать. А вот для этого вам нужно сейчас устроиться поудобнее и внимательно послушать правила задания. Итак, вы уже наверняка услышали, что здесь скрываются 4 победных слова. И чтобы вам стать моим третьим победителем, вам достаточно найти хотя бы одно. Но теперь самое интересное, как же искать эти слова. Все эти слова написаны прямо перед вами. Да, они здесь спрятаны по принципу змейки. И вот именно этот принцип змейка вам и поможет отыскать все эти слова. Если вы, конечно, хотите искать все 4 слова, это ваше право. Решайте сами, сколько слов искать и насколько становиться богаче. Но если вы здесь, по принципу змейка, найдете хотя бы одно слово, любое, мне не важно какое, считайте, что вы и есть мой третий победитель. Вам достаточно взять свой телефон и набрать номер 0948. Звоните. Звоните прямо сейчас, я здесь, это прямой эфир. Задание уже перед вами, а это означает, что можно прямо сейчас с ним справиться и стать моим третьим победителем. Деньги очень хорошие ждут вас здесь. 12 тысяч рублей вы можете заработать, это как минимум, это ваш заработок. Ну а теперь надо работать. Так что хватит мечтать об этих деньгах, заработайте их. А для этого сейчас все свое внимание полностью сосредоточьте на вот этом табло. Итак, табло. Здесь, как вы видите, очень много букв. Но это не просто буквы, это не просто какая-то абракадабра, какой-то набор, какой-то ассортимент, из которого что-то нужно выудить или составить. Отнюдь нет. Здесь написаны 4 слова. Они написаны здесь целиком и полностью. Представляете, от первой до последней буквы здесь можно прочесть 4 слова. Конечно, когда вы смотрите на это задание первый раз, вам кажется, что это не так. Но если вы присмотритесь,
А ведь нужно обязательно с чего-то начать. Поэтому начинайте с какой-то буквы и просто проверьте. Я вам советую начинать уже прямо сейчас. Выбирайте любую букву из тех, что вам здесь нравится, и двигайтесь по принципу змейка. По вертикали или по горизонтали. Вы можете поворачивать, вы можете двигаться в любую из этих четырех сторон. Вы можете пойти по всем этим четырем сторонам. Вы можете все время поворачивать, ведь слова на самом деле здесь извиваются, изгибаются. И вам нужно сейчас выяснить, как они здесь написаны. Вам нужно найти здесь хотя бы одно слово в первую очередь, потому что этого уже вполне будет достаточно, чтобы стать моим третьим победителем. Далее вы можете уже сами решать, как вам поступить. Вы можете продолжить поиски, а можете позвонить в прямой эфир, назвать мне вот это одно из четырех слов, заработать свои 12 тысяч рублей, а потом уже со спокойной душой, со спокойной совестью уже можете продолжить искать. Так что решайте сами, как вам удобнее. В этом задании у вас есть превосходная возможность выбора. Только не забывайте, что правила по-прежнему нарушать нельзя. Да, у вас есть, конечно, много прав, много привилегий в моей программе. От вас здесь зависит практически все, но правила нарушать вы не можете. И каким-то способом по ту сторону экрана повлиять на меня, чтобы я узнала о том, что вы нашли победный вариант ответа, тоже не получится. Пожалуйста, есть возможность позвонить сюда. Есть телефонная связь между мной и вами, и вы можете прямо сейчас этот мостик проложить сюда в прямой эфир. Из любого уголка Российской Федерации вы можете позвонить сюда по номеру 0948, где бы вы ни находились. Неважно, где вы находитесь, неважно, сколько у вас сейчас времени, неважно, кем вы работаете, все это неважно. Здравствуйте, пожалуйста, какое слово вы отыскали здесь? Может быть, дилетант? Дилетант. Ваша версия, вы знаете, не победная, она не принимается мною по одной простой причине, потому что она не читается здесь от первой до последней буквы. Да, я вижу начало вашего слова, начало, но что мне с этим началом делать? Ведь это же тот вариант, который вы придумали. Понимаете, ваш дилетант обрывается здесь на букве «Л». Все, а дальше вы уже сочиняете. Где окончание вашего слова? Где оно? А вот победные слова читаются здесь совершенно по-другому. Они не разрываются. И не нужно, найдя начало слова, искать его окончание где-то в другом месте. Это окончание находится рядом с началом, потому что все четыре слова написаны целиком и полностью. Поэтому будьте внимательны, и чтобы таких ошибок больше не повторялось, помните, что все четыре слова читаются от начала до конца, и сочинять окончание вам совершенно не нужно. В противном случае вам придется исправлять свою ошибку. И исправить вы ее сможете только в том случае, если вы перезвоните сюда еще раз и назовете другой вариант. Исправить ошибку прямо, прямо здесь, прямо во время телефонного звонка нельзя. Я могу принять только один вариант от вас. Одно слово. Вы можете, конечно, перезвонить сюда, назвать какое-то еще слово. Здравствуйте. Что вы нашли? Здравствуйте. Это слово «бодрость». Бодрость. Хорошее слово, хорошая версия, но опять же я вижу только начало. Только первые три буквы на букве «Д» обрывается ваша бодрость. Попробуйте сейчас, не теряя бодрости, найти здесь победные варианты ответа.
Вот вам будет гораздо приятнее, когда вы появитесь здесь не с какой-то любой версией, не с каким-то любым словом, а именно с победным. Потому что за победное слово, за любое из четырех, которые вы здесь найдете, вы заработаете 12 тысяч рублей. А за ваши придуманные версии вы не заработаете ничего. Поэтому сейчас принимайте единственное верное решение, сидя перед экраном телевизора. Если вы уже поставили перед собой цель заработать деньги, так зарабатывайте, идите к этой цели, но правильным путем. Никаких окольных путей, никаких альтернативных методов не существует. В этом задании работает только принцип «змейка». Так что пользуйтесь им на здоровье. Именно он вам поможет найти здесь какое-то одно из четырех победных слов, а может быть два слова, а может быть три, а может быть все четыре сразу же. Не знаю. Здравствуйте. А что вы здесь нашли, пожалуйста? Здравствуйте. Тут полотно. Вы думаете, что победное слово «полотно»? По-вашему, эта версия здесь читается. Но вот вы чуть побольше продвинулись вперед. И я вижу, от вашей версии уже 4. Хотя нет, нет. Да, 4 буквы. Но тем не менее, целиком ваше слово здесь не читается. Только «поло». Вот и все. Все. А где «ты», а где «н», а где «о», где окончание вашего слова? Разве по принципу «змейка» можно это слово здесь найти? Нет, нет, еще раз нет. Поэтому 12 тысяч рублей пока остаются в прямом эфире. Я все еще жду здесь своего третьего победителя. И сейчас я уже готова к следующему телефонному звонку. Я готова прямо сейчас его принять. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующий телефонный звонок стал вашим, тогда звоните в прямой эфир по номеру 0948. А вот тому, кто прямо сейчас найдет и назовет мне любое из четырех победных слов, заработает 13 500 рублей. Да, я только что сразу же на 1500 рублей увеличила сумму вашего минимального денежного заработка. Итак, я готова вручить своему третьему победителю как минимум 13 500 рублей. Но это, помните, да, за одно любое из четырех победных слов. За два слова по-прежнему готова вручить на 1000 рублей больше. За три победных слова на 2000 рублей больше. Ну и за все четыре победных слова на 3000 рублей больше. Так что думайте сами, сколько вам зарабатывать. Но я вам советую меньше об этом думать, а поскорее справиться с моим заданием. Там уже будет понятно, на что вы можете рассчитывать. На минимальную сумму денежного заработка или на что-то большее. Поэтому не сидите, не мечтайте об этих деньгах. Надо заработать их как можно быстрее, потому что все происходит сейчас в прямом эфире. И от вас зависит, когда здесь появится мой третий победитель. От вашей скорости, от вашего мышления. Здравствуйте. Что вы отыскали здесь? Слово, может, слова? Алло. Алло. По-моему, это винтовка. Винтовка. И долго вы здесь это слово искали? Долго? Вы видите, что ваша версия здесь не читается. Я вижу маленькую часть вашей винтовки. Но что мне с ней делать? Попробуйте, пожалуйста, забыть о составлении, о придумывании. Обо всем об этом забудьте. И прямо сейчас, наконец-то, вспомните о принципе змейки. Принцип «змейка». Чем он так вам не угодил? Чем он так вам не нравится, этот принцип? Ведь он работает здесь. Спроецируйте его, примените его в этом задании, у вас все получится. Вы отыщете победный вариант ответа, потому что только правильное слово сделает вас богаче. А все остальные варианты, а их здесь может быть очень много. Посмотрите, сколько перед вами здесь букв. Видите? Гласные буквы, согласные буквы, и А, и О, и Е, и Т. Да тут самые просто известные буквы, популярные буквы в русском языке, из которых можно составить 1000 слов. 1000, целый словарь, целую книгу. Неужели, по-вашему, нам нужно сейчас этим заниматься?
Я прекрасно вижу, что вы умеете придумывать слова, что у вас богатый словарный запас, я это вижу, я с этим не спорю. Но мне требуется от вас другое. Здравствуйте, что вы нашли? Слово, слова? Мне кажется, это слово «дубинка». Дубинка? Ну, я вижу часть слова. Опять, вот я вижу начало вашей версии. У меня такое ощущение, знаете, вот вы вроде находите здесь часть слова. И перестаете на этом искать. Вы уже звоните в прямой эфир на ходу, придумывая окончание, в надежде, что здесь есть такое слово. Но, как вы сами видите, это неудачная затея. И не получается у вас стать моим третьим победителем, если вы действуете вот в таком ключе. Если вы находите часть слова, а потом тут же звоните в прямой эфир на ходу, уже додумывая окончание. Попробуйте действовать по-другому. Попробуйте. Вы же видите, что никакого толку от таких действий здесь нет. 13,5 тысяч рублей по-прежнему остаются здесь. Сколько еще эти деньги будут здесь лежать? Сколько они будут ждать своего будущего хозяина? Где хозяин этих денег? Где тот самый человек, который заслуживает прямо сейчас стать обладателем как минимум 13,5 тысяч рублей? Где этот человек? Где? Вы себе ответьте на этот вопрос, себе сами. Где вы? Или вы сейчас все еще ищете победный вариант или варианты? Может быть, вы хотите появиться здесь как полноценный человек, который справился со всеми этими словами? Может быть, вы сейчас занимаетесь именно этим? Я не знаю, может быть, вы хотите все 4 слова найти, побить рекорд? Ну, это хорошо, это прекрасно. Но просто не забывайте о том, что пока вы ищете здесь второе, третье, четвертое слова, кто-то может вас опередить случайно. Здесь раздастся, ну, не ваш телефонный звонок, звонок какого-то другого телезрителя, который произнесет то слово, которое вы уже нашли. И получается, что все ваши старания пропали. Пропали, разлетелись, превратились просто в прах, понимаете? И кто-то другой станет просто обладателем этих денег. Если вы не готовы к тому, чтобы делиться этими деньгами с кем-то другим, тогда действуйте, тогда бросайте эту затею и поскорее звоните в прямой эфир, чтобы сообщить мне то слово, которое вы уже нашли, чтобы заработать уже деньги за ту работу, которую вы выполнили. Так, вы выполнили работу, вам нужно здесь появиться. Итак, я продолжаю ждать здесь следующий телефонный звонок. Действуйте! Все, что вам сейчас нужно, это действовать, это не сидеть сложа руки, а продолжать активно справляться с этим заданием, чтобы потом также активно, не сбавляя скорости, набрать номер 0948 и позвонить в прямой эфир. Здесь вас ждут как минимум 13,5 тысяч рублей. Хочу еще раз вам напомнить, что перед вами задание под номером 3. У меня сегодня в программе было уже 2 победителя. 2 человека заработали деньги на своих знаниях и способностях. 2 прекрасных человека. И вы ничем не хуже их. Вы прямо сейчас можете повторить судьбу этих людей, появиться здесь как победитель под номером 3 и заработать как минимум 13,5 тысяч рублей. Почему как минимум? Потому что в моем третьем задании есть 4 правильных ответа. 4 победных слова здесь скрываются, написаны по принципу «змейка». Вы можете заработать 13,5 тысяч рублей, если вы назовете мне любой из этих правильных ответов. Если вы назовете 2 ответа, то вы заработаете на 1000 рублей больше. За 3 победных ответа вы заработаете на 2000 рублей больше. И за все 4 правильных слова вы заработаете на 3000 рублей больше. Как вы думаете, хорошее предложение
или нет? По-моему, очень хорошее. По-моему, прекрасная, прекрасная просто возможность пополнить свой бюджет. Так что пополняйте его. Пополняйте здесь, пока еще никто не появился в качестве третьего победителя. Есть участники. Есть телезрители, которые сюда звонят. Я слышу ваши варианты, слышу прекрасно все, но мне пока не с чем вас поздравить, потому что ваши варианты далеки от истины. Все только потому, что вы игнорируете правила, и вы здесь не ищете что-то, а пытаетесь придумать, пытаетесь составить свой вариант. Я вам сейчас советую, бросайте эту затею. Справьтесь с этим заданием по правилам, и тогда вы станете по-настоящему моим третьим победителем и обладателем как минимум 13 500 рублей. Итак, я жду. Я еще раз только что вам объяснила условия данного задания. Уже не понаслышке вы знакомы с принципом змейка, тем более, что этот принцип сработал в первом разминочном задании. Если вы смотрите программу с самого начала, то вы могли, в общем-то, это видеть, слышать и запомнить. Сейчас этот принцип работает и здесь. И... хорошо. Здравствуйте. Что вы здесь нашли? Алло, здравствуйте. Алло. Слово удобрение. Угу. Удобрение. Вот какое слово, вот какая версия прозвучала сейчас в программе. Естественно, этот вариант не победный. Я так же, как и вы, смотрю на это задание. Я не вижу здесь это слово. Да, по принципу змейка можно найти здесь часть вашей версии, но это всего лишь часть, это всего лишь маленький, малюсенький кусочек. Что я буду с ним сейчас делать, с этим кусочком? Как мне с ним быть? Вы предлагаете мне за кусочек вашей версии отщипнуть вам кусочек от вот этого вознаграждения и вручить вам маленький кусочек вот этих денег? А тогда что же достанется победителю? Если я буду каждому телезрителю отщипывать по кусочку от вот этого вознаграждения от 13 500 рублей, то позвольте, позвольте, что достанется герою? Вы сами представляете вообще, что так не может быть? Я не могу вручать эти деньги направо и налево. Я не могу их раздавать здесь каждому, кто появляется в прямом эфире. Да, участников может быть много, но победителем будет только один. Здравствуйте, что вы здесь нашли? Да? А как это вы тут его нашли? А как вы искали здесь это слово? Опять! Ну вот опять 25! Нет здесь такого слова, но не читается. Это слово по принципу змейка не читается. Ну вот что мне с вами делать? Ну вот не хочется вас ругать, но я все-таки... не понимаю, почему вы так игнорируете этот принцип. Чем он так вам не угодил? Почему вам то ли лень, то ли не хватает терпения дойти до конца и проверить, читается ли ваша версия? Но если не читается, если видно только часть слова, то какой смысл? Какой смысл звонить в прямой эфир? Может, стоит посидеть еще немножко и подумать, и довести начатое до конца, чтобы ваш вариант все-таки принес вам дивиденды. Какой смысл звонить в прямой эфир, если вы не зарабатываете денег и даже не мечтаете, что я буду вручать каждому участнику часть вознаграждения? Нет, 13 500 рублей – это версия. Это сумма неделимая. Она не делится на части. Эти деньги я вручу только победителю. Одному единственному. Тому, кто назовет мне любое из 4 победных слов. Ведь 4 слова! 4 слова здесь скрываются, и до сих пор ни одно из них не было озвучено. Все слова остаются неизвестными, получается. Что вы предлагаете мне самой их назвать?
Вы хотите, чтобы я вам сейчас подсказала? Нет, я не буду это делать. А вот тому, кто сейчас найдет и назовет мне хотя бы одно из четырех победных слов, я готова вручить уже как минимум 14 тысяч рублей. Я увеличиваю сумму вашего минимального заработка. Как минимум 14 тысяч рублей вы можете заработать. И по-прежнему за два правильных ответа, за два слова, я вручу вам на 1000 рублей больше. За три правильных ответа на 2000 рублей больше. И за все четыре слова, которые здесь скрываются, я вручу вам на 3000 рублей больше. Сами посчитайте, сколько денег вы можете сейчас заработать. Вы прекрасно умеете считать, вы прекрасно понимаете, сколько денег вы можете сейчас положить себе в карман. Но как минимум это будет денежная сумма в размере 14 тысяч рублей. Но только вот отправятся эти деньги только лишь по одному адресу, только лишь к одному человеку. А вот кто им станет, решать по-прежнему только вам. Вперед! Сюда, вперед! Добро пожаловать в прямой эфир. Я по-прежнему готова пообщаться с вами. Я по-прежнему открыта для того, чтобы принять ваш телефонный звонок. Так что действуйте. Позвоните в прямой эфир по номеру 0948 и, пожалуйста, произнесите вслух одно из четырех победных слов. Если вы все сделали правильно и двигались по принципу «змейка», и нашли здесь слово, а может быть слова, целиком и полностью, тогда стоит здесь появиться, чтобы поскорее забрать из программы свои 14 тысяч рублей. Я не знаю, успеем ли мы перейти к четвертому заданию, но вот с этим мы просто обязаны разобраться. Обязаны. Имейте это в виду. Тем более, что это задание, хоть и очень сложное, но, тем не менее, оно не превышает ваших возможностей и ваших способностей. Так что поверьте в себя и не думайте, что если что-то не получается, это означает, что можно себя списывать со счетов и думать, что у вас ничего не выйдет. Это самое последнее, чем сейчас вам нужно заниматься. Это сидеть, пригорюнившись из-за того, что у вас что-то не получилось с первого раза. Вы прекрасно должны понимать, прекрасно должны знать, что даже у гениев с первого раза может что-то не получиться. Даже у профессионалов своего дела возникают трудности и сложности в процессе даже привычного им дела. Поэтому не надо думать о том, что у вас что-то не получится. Ведь вы же впервые справляетесь с таким сложным заданием. Впервые. Поэтому вы, конечно же, можете по ходу дела испытывать какие-то сложности, сталкиваться с какими-то препятствиями, с какими-то трудностями. Например, вы можете взять какую-то букву, пойти от нее вроде правильно, по принципу змейка, но в итоге ничего не прочитать. Это означает то, что не вы глупо поступили, а то, что вы просто начали не с той буквы. Но вы же не можете сразу знать, откуда начинать. Вам для этого надо подумать и проверить все буквы, которые здесь скрываются, которые здесь написаны перед вами. Поэтому не нужно раньше времени себя списывать со счетов. Наоборот, надо идти вперед. И вы, между прочим, проверяя все вот эти буквы, ориентируясь в этом задании, путешествуя по нему, вы будете себя чувствовать уже более комфортно. Вы уже будете по-другому смотреть на это задание. Может быть, вы здесь что-то сумеете рассмотреть, и очень быстро. И вот если у вас все получается, проверьте, читается ли ваша версия до конца. Если читается до конца победное слово, тогда
Тогда нужно поскорее ворваться в прямой эфир, чтобы заработать как минимум 14 тысяч рублей. Итак, вас здесь сейчас ждет эта денежная сумма. Приходите сюда, забирайте эти деньги. Я с удовольствием их вам отдам в качестве награды. Но я хочу, чтобы все было справедливо, и чтобы эти деньги я вручила именно тому, кто их на самом деле заслужит. Поэтому станьте этим человеком, покажите всем, на что вы способны, появитесь здесь, продемонстрируйте результат проделанной вами работы и на глазах у всех телезрителей утрите им нос и заберите свои 14 тысяч рублей с прямого эфира. Итак, я желаю вам удачи по-прежнему. Я по-прежнему верю в вас, по-прежнему желаю вам успехов, желаю победы. И я продолжаю ждать ваше появление в прямом эфире. На данный момент я уже открыта для того, чтобы принять следующий телефонный звонок. Помните об этом. Помните, что здесь нет каких-то специальных удобных моментов. Вы там, по ту сторону экрана, сами решаете, когда, в какой момент взять в руки свой мобильный телефон и набрать номер 0948. Вы и только вы это решаете. Так что сделайте правильное решение и поскорее появитесь здесь. Итак, мне сейчас нужно от вас услышать, что здесь прячется. То скрываются целых 4 слова. 4 победных слова. Какое-то одно вы уже нашли? Хотя бы одно слово. Ведь все 4 слова известны каждому человеку. Все 4 слова простые. Вы знаете каждый из этих 4 слов. И первое, и второе, и третье, и четвертое. Может быть, одно вы уже нашли? Может быть, уже сумели здесь что-то рассмотреть? Могли бы. По крайней мере, за то время, которое мы уже потратили на это задание, можно было что-то здесь найти. Мне так кажется. Я, конечно, не могу на 100% это утверждать, я не уверена в этом, но мне кажется, что кто-то мог уже найти хотя бы один вариант. Здравствуйте, что отыскали вы? Здравствуйте, слово «свинина». Свинина? Ну, может быть... Свинина и имеет какое-то отношение к двум спрятанным здесь словам, может быть. Но только в данном случае это слово не является победным. Вот можно часть вашей версии тут найти. Смотрите, свини. Свини только. Но это же не целиком и полностью ваше слово. Тут же полностью вашу версию не найти. Понимаете? Подумайте-ка еще, посидите-ка, подумайте-ка, потому что не устраивает меня пока ваша версия. Я вижу, что вы работаете, я вижу, что вы стараетесь, но какой от этого толк, если я не могу вас поздравить? Мне нужно еще подождать. Мне нужно подождать еще вас тут. Еще хотите подумать, еще нужно время вам, чтобы справиться с этим заданием? Хорошо. Хорошо, я подожду. Хорошо, я согласна. Я никуда отсюда пока не ухожу. Я пока здесь. Я открыта для вас и для того, чтобы принять следующий телефонный звонок. Но если так будет продолжаться и дальше, если вы продолжите составлять, то я ничего не смогу для вас сделать. Я ничем не смогу вам помочь. Я изменить правила не могу. Изменить условия программы тоже не могу, не в силах. Здравствуйте. Что вы здесь нашли? Алло. Алло. Это ветеринар. Ветеринар? Ну, я не знаю, что мне делать с вашим ветеринаром. Я вижу только часть вашего слова. У вас, конечно, хорошее, богатое воображение, хорошо развито. Но за эти таланты, за то, что у вас хорошее... воображение, за ваш полет фантазии я не могу вас вознаграждать. Вы должны понимать, что здесь от вас требуются другие качества.
за другие таланты, за другие ваши же способности вы здесь можете заработать. А за то, чем вы сейчас занимаетесь, вы не заработаете ничего. Ни одного рубля я не могу вручить вам за составленную версию, если ваш вариант не читается от первой до последней буквы. То я не вручу вам ничего. Я уже говорила об этом неоднократно, что 14 тысяч рублей – неделимая сумма, которая отправится целиком и полностью к одному человеку, по одному адресу, к тому, кто этого заслуживает, а ко всем вам эти деньги не отправятся. Они будут ждать того, кто их заслужит. И я буду ждать следующий телефонный звонок. Может быть, на этот раз я услышу голос победителя. Может быть, одно из четырех победных слов прозвучит сейчас в прямом эфире шоу. Не знаю, но хочу в это верить. Здравствуйте. Что вы нашли здесь? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слово линолеум. Линолеум? Вы здесь нашли слово линолеум? Вы каким образом это слово здесь ищете? Разве вы двигаетесь по принципу змейки от первой до последней буквы? Вы какое-то время двигаетесь, какое-то время, но на большее вас почему-то не хватает. Потом вас начинает нести в сторону. Я уже начинаю нервничать. Я уже начинаю волноваться за судьбу этого задания. Мы обязаны с ним разобраться, понимаете? Обязаны до конца программы разобраться вот с этой головоломкой. Ведь на четвертое задание времени уже не остается. Так давайте успеем справиться с этим заданием. Все-таки оно уже какое-то время находится на ваших экранах. И время продолжительное, между прочим. И за это время, которое уже прошло, мы не можем его никак вернуть. За это время вы могли бы найти хотя бы одно из четырех победных слов. Я, конечно, в этом не уверена на 100%, но я могу предполагать, что вы могли отыскать здесь хотя бы один из четырех вариантов. Поэтому я готова еще подождать. Я не знаю, сколько вам времени потребуется на то, чтобы собраться с силами, отбросить свои сомнения, страхи, чтобы стать посмелее и позвонить в прямой эфир, я не знаю. Не знаю, я знаю точно, что для того, чтобы набрать на телефоне 4 цифры 0948, много времени не потребуется. Вот на это обычно уходит несколько мгновений. Обычно момент звонка, когда вы кому-то звоните, обычно это какое-то мгновение, которое пролетает незаметно. То же самое касается и телефонного звонка в прямой эфир. Но только вот подготовка ваша к этому звонку занимает очень много времени. И, может быть, вы давно уже нашли один из четырех победных вариантов, но вот почему-то не решаетесь сюда позвонить. Может быть, держите, может быть, теребите в руках, теребите свой телефон, мусолите его. Но позвонить не осмеливайтесь, может быть, боитесь. Может быть, вы боитесь позвонить в прямой эфир? Может быть, стесняетесь? А чего стесняться? Вас все равно никто не увидит. Так что поделитесь со мной своим вариантом. Ведь если вы нашли хотя бы одно из четырех победных слов, наберите вот этот заветный телефон прямого эфира 0948 и поделитесь со мной этим словом, со мной, потому что только я могу вручить вам эти деньги. А между прочим, тому, кто назовет мне хотя бы одно из четырех победных слов, я готова вручить уже 15 500 рублей. Сразу же на 1500 рублей я увеличиваю сумму вашего минимального денежного вознаграждения. Так что имейте в виду, вы сейчас можете заработать как минимум 15 500 рублей. Почему как минимум? Потому что я об этом уже говорила, что за два победных слова я вручу вам на 1000 рублей больше, за три победных слова на 2000 рублей больше, но за все четыре победных слова я вручу своему победителю на 3000 рублей больше. Вот как, вот сколько денег вы можете заработать сегодня на своих знаниях и способностях. Пожалуйста, задание перед вами, и оно не только что появилось.
Не секунду назад оно появилось на ваших экранах. Какое-то уже продолжительное время вы можете наблюдать вот это табло на своих телевизорах, на своих экранах. И сколько можно его здесь наблюдать? Сколько можно? Тут четыре слова. Четыре. Хотя бы одно вы могли бы уже найти. Могли бы. Нашли? Нашли хоть что-то. Получается у вас по принципу змейки найти хотя бы одно слово. Здравствуйте. Что вы нашли? Алло, слово «виновник». Да где вы тут такое слово увидели? Позвольте мне усомниться в вашей версии, но не считается она. Ну что мне делать с частью слова? Да, есть части. Есть части ваших вариантов. Вижу я их. Но что мне с ними делать? Это вы придумали окончание. Вы. Вы все сочиняете. Сочиняете все. Я ничем не могу вам помочь. Я могу только ждать, надеяться и верить на ваше благоразумие и на то, что здесь успеет появиться мой третий победитель. Вы нашли хотя бы одно из четырех победных слов? Отыскали? Сумели? Получилось ли все у вас? Если да, то почему вы до сих пор еще не здесь? Чем вы там занимаетесь? Поскорее вырывайтесь в прямой эфир. Поскорее! И забирайте отсюда свои деньги. Как минимум 15 500 рублей вы можете прямо сейчас взять и забрать из программы. Забрать. Эти деньги будут вашими. Вашими. Это пока они здесь. Пока. Но это всего лишь вопрос времени, и вы сами решаете, когда положить этому конец. Когда покончить вот с этим безобразием, которое происходит прямо сейчас. Все, вы можете появиться тут и навести порядок. Причем одним телефонным звонком, одним словом вы можете взять вот так вот и поставить точку. И этот момент, этот телефонный звонок будет моментом вашей победы. Вы будете праздновать, будете ликовать, будете веселиться. Так что действуйте, давайте, действуйте. Хватит отсиживаться в тени. Хватит сидеть и думать, что вы не способны на это. Никто не стесняется. Другие участники звонят сюда и называют первое, что приходит в голову. А вы сидите и чего-то ждете. Вы справились с этим заданием, вы поработали и сидите, сидите, даете возможность другим участникам появляться здесь с придуманными версиями. Так каждый может сделать, каждый позвонить и назвать первое, что пришло в голову. Слов-то много знают все, все знают много слов, и так любой может сделать. Но для того, чтобы найти победный вариант, справиться с заданием по всем правилам, для этого придется сначала какую-то работу выполнить. И очень даже объемную работу. Объемную, сложную, длинную. Если вы действительно эту работу выполнили, со всем объемом справились, то чего вы боитесь? Чего вы стесняетесь? Возьмите в руки телефон и наберите номер 0948, потому что здесь, на конце провода, нахожусь я. И именно я могу сейчас вас услышать, могу принять ваш телефонный звонок и уже относительно вашего ответа решить, что же мне делать дальше. А если я услышу сейчас одно из четырех победных слов, то я сразу же поздравлю вас с победой и вручу вам как минимум 15 500 рублей. Как минимум. Потому что если вы назовете больше слов, заработаете больше денег. Поэтому решайте сами, решайте и уже наконец-таки решайтесь на свою победу. Хватит сидеть в тени. Хватит. Вот он, момент вашей славы. Настал уже, наступил.
Прошло уже время, когда можно было сидеть со спокойной совестью, искать что-то здесь, прятаться за спинами других участников. Может, пора уже растолкать их и появиться здесь в качестве победителя. Сидели, а вот теперь пора появиться здесь. Появиться, наконец. У вас все получится. Главное, верьте в себя. Я вот вас верю. Я вот не зная вас, не зная ничего о вашей жизни, я верю в то, что у вас все получится. Я никогда не предлагаю задания, в которых нет ответов. И никогда не предлагаю задания, с которыми невозможно справиться. Я уверена в том, что у вас все должно получиться. И может быть, у кого-то уже получилось. Может, кто-то уже справился вот с этим третьим заданием. Ведь за это третье задание вы сейчас можете заработать как минимум 15 500 рублей. Итак, я жду сейчас того, кому я буду вручать эти деньги. Здравствуйте. Ваша версия, пожалуйста. Алло, да тут же пятница. Пятница? Нет, нет и еще раз нет. Так, дорогие мои телезрители, программа не бесконечная. Более того, программа-то сейчас заканчивается уже. Я бы хотела, чтобы здесь поскорее появился мой третий победитель, чтобы успеть выслушать этого человека, успеть пообщаться, успеть вручить вам ваши деньги. Поэтому поспешите, пожалуйста, оказаться в прямом эфире. Поторопитесь! Это в ваших же интересах, ваших же. Если вы будете сидеть сложа руки, программа закончится, и вы не заработаете эти деньги. Поэтому сейчас надо собраться. От вас сейчас зависит, каким будет финал моей программы, каким будет финал моего шоу. То, что я могу с точностью утверждать, у меня сегодня было два победителя, два героя. А что же с этим заданием? Здравствуйте, что вы отыскали здесь? О, светильник. Ой, отыскали одно из четырех победных слов. Это светильник. Как вас зовут? Рамазан. Откуда вы позвонили? Город Южный Урал. Прекрасно, я поздравляю вас с победой. После программы с вами свяжутся. Вы заработали 15 500 рублей. А мне пора прощаться. До новых встреч. И до свидания.